В Дубосарах вспоминали подвиги гвардейцев. Сегодня 30-я годовщина создания 4-й гвардейской роты. Во время боевых действий они воевали на самых сложных позициях. Первыми шли в бой. Кошница, Роги, Плотина и Кочееры. Там воевал и гвардеец Анатолий Антюхов. Он не был кадровым военным, работал на заводе Кирова. Сегодня ему вручили орден почета. Самое такое в памяти осталось, и оно никогда не вычеркнется. Это первый бой, когда погиб, самый первый погиб наш командир. То есть именно настоящий мужчина. Как говорится, не прятался за спины, это было в Кучерах. У нас не было своей армии, но у нас были люди, которые встали на защиту своей семьи, своей родной земли. Это вы. Мы так же, как и в 90-е годы, плечом к плечу, должны и дальше двигаться. Только вперед и только все вместе. За время военных действий на Дубосарском направлении погибли 156 защитников Приднестровья. 14 из них – гвардейцы.